С этой шахтой у нас одна беда, да и все. За день, наверное, какая-то трещина выросла. Вот. Страшно за детей, не дай боже, дитё подбежит, все завалится. Кто потом будет отвечать за это все? Кирпич СССРовский, там цемент СССРовский. Его порвало, как тряпочка. Здесь 8-10, сейчас покажу там, где 12 сантиметров трещин. Мы сейчас с вами находимся на улице Разина, хутор Евсеевский, Узданецкий район. Значит, где-то полтора месяца, два назад, значит, жители этой улицы обратились к нам за помощью, так как у них начали разрушаться объекты, значит, сельхозназначения и жилые дома. Заведующая отделением, нашим именно зерноскладом, да, она начала фиксировать где-то с 25 апреля. К 12 мая мы уже забили тревогу. Потому что у нас, ну просто, мы увидели динамику отрицательную, то есть у нас расширение трещин пошло, и, соответственно, ну как бы мы обратились везде, начиная с правительства Ростовской области, органы всевозможные, то есть и правоохранительные органы, органы прокуратуры, Ростехнадзора, то есть, пожалуйста, помогите, в шахту Саткинскую обращались тоже. Неоднократно причем обращались. Они приезжали, здесь более 10 комиссий было, в том числе представители шахты Саткинские на всех присутствовали. Они неоднократно обмеряли здесь все, все вот эти трещины фиксировали. То есть, ну как бы, да, если люди не имеют к этому отношения, зачем тогда сюда приезжать? Сегодня у нас 4 июля 2023 года. Значит, комиссия у нас из администрации Донецкого района, представители шахты отказались у нас присутствовать. И производим замеры трещин. Семенной склад. Главный архитектор сам лично измеряет размер 55 миллиметров. Трещина в полу. 22 миллиметра. Выкрашивание стен. 64 миллиметра. Трещина в армопоясе. Тридцать три запятая. 26. Получается сквозную. Сквозную. Мы вынуждены были место оставить огородить, да, то есть для экспертов, чтобы эксперты могли проходить, могли фиксировать эти разрушения. Вот, ну, свою продукцию мы открытым способом тоже, как вы понимаете, да, дожди, у нас есть погодные условия, то есть просто высыпать ее на улицу мы не можем. У нас люди год работали для того, чтобы мы получили урожай. И этим урожаем хозяйство будет покрывать все обязательные расходы. Что мы не можем использовать площадя, мы не можем складывать свою продукцию. А год был очень урожайный. Как бы, да, по сравнению с предыдущим годом у нас урожайность более высокая. И, соответственно, куда? Куда девать? Вынуждены отгружать зерно сейчас, как бы, да, цена падает на зерно. Цена падает ежедневно, мы фиксируем, да, вот на рифе мы отслеживаем ценовую политику, и зерно падает, цена на зерно падает. Мы несем катастрофические убытки. То, что мы могли бы подержать, то, что мы могли бы придержать и продать, допустим, весной, либо более поздней осенью, либо зимой, да, когда, то есть, ну, цена будет более, скажем так, лояльная к сельхозтоваропроизводителю. Ну, мы, к сожалению, вынуждены сейчас вести эту отгрузку. То есть, вплоть до того, что там 9 рублей за килограмм. То есть, это, ну, это в два раза практически меньше по сравнению с прошлым годом. То есть, вот площадь наших складов используется сейчас на 30%, не более. При этом 19 июня 2023 года под председательством Гончарова, тогда он был заместителем у нас губернатора первым, проводилось совещание, где шахта Саткинская, да, ну, соответственно, руководитель наш выступал с докладом, и шахта Саткинская, они обязались, взяли на себя, да, функцию, как бы, да, по восстановлению. И так как уже руководитель сообщил, что как бы, да, ну, имеется такой риск, что мы даже, ну, боимся туда уже работников запускать. То есть, когда достаточно глубокие трещины сквозные появились, уже 7-9 сантиметров, ну, естественно,
появились риски для работников. Когда об этом сообщили, да, у нас есть протокол заседания, у нас есть перечень поручений Гончарова, где он, значит, рекомендует, опять же, да, может давать только рекомендации, рекомендовали шахты Саткинской нам возвести временные какие-то, да, там строения некапитальные, именно для хранения нашей продукции. То есть на момент совещания они с этим соглашались. Но потом, буквально на следующий день, уже, ну, скорее всего, посовещавшись со своим более высоким руководством, они от своих слов уже отказались. То есть ничего нам помощь никакой оказывать сказали не будут. Идите в суд. Нам сказали, идите в суд. Мы пошли, соответственно, в суд. И трещины, да, трещины, которые образуются просто в земле. Вот они, вот они. Вот трещина, вот она. И посмотри, она идет. Видишь? Прямо. Видишь? Как она, посмотри, какая. По 10 сантиметров сварные швы. И вот швеллера их просто разрывает, их разламывает, как игрушечку, как будто... Вот что-то, какая-то невидимая сила, хотя толщина металла, да, если мы обратим внимание, то есть штангельциркуля нет, но тем не менее 5 миллиметров. То есть это очень толстый металл, который просто рвет. Ну, в этом году хорошо капитально начало просаживаться. Угу. После уборки, мы же работали с утра до ночи, после уборки приехал и днем увидал уже. Ствол у меня прям за двором, вот там над подстанцией ствол стоит. Там шахтер опускает, там поднимается, все. Но уголь они пускают по лентам вниз, на ту шахту. Как вы думаете, значит, здесь есть у нас пустота. И вот это идет просадка всего. Вон у нас здание, кирпич СССРовский. Там цемент СССРовский. Его порвало, как тряпочку. Вот сильнее и сильнее трещина. Вот она на хате, у меня просадка идет. Вот, фотографировали только недавно, она уже вот. Все, коридор вообще отползает. В этом году даже ремонтировать не стал. То всегда подмазывали, белили, а это уже все хано. Вот строил этот дед мой. Как вы думаете, зимы раньше были какие? И все стояло. И дожди были, и херди, и снега, и все таяло, и ничего не лопалось. Подмазывали вот только вокруг окон чуть-чуть, так и все, и белили. А сейчас вообще все, коридор отошел полностью. Стенки тоже проседают, углы вон лопаются, дом упирает. То есть пристройку хотел купить, шлакоблок или пеноблок, и пристройку сделать. Теперь не знаю, что делать. Уезжать со своей земли я не хочу никуда. Здесь родился, здесь помру. Мы приехали отдельно, да. Мы же как бы вроде бы совпало просто-напросто так, да. И вообще с Донецка вот мы совпало так. Письменно и устных обращений к нам в администрацию не поступало. Ни письменных, ни устных. Когда мы узнали об этом совершенно случайно, даже так скажу, более того, мне позвонили представители шахты и сказали, есть ли там такая проблема. Я стал обзванивать местных жителей, самостоятельно узнал. Вот, потом приезжали представители шахты, представители администрации района, приезжали представители министерства с области и проезжали эти домовладения, смотрели. Министерство приезжало, смотрело, ну, специалисты, пускай специалисты смотрят. Мы показываем адреса, как представители администрации нашей местной. Адреса по заявленным в устной форме. Даже связываться не хотят. Поэтому не будет заявлять. А что значит связываться? У нас закон для всех. Понимаю, я видел это все. Был в этом, на складах этих был. Разговаривали с Александром Сергеевичем. Ну, мы не решаем, есть специалисты. Мы находимся на землях хутора Тереховского, находимся на проселочной дороге Тереховского, межполевой. Здесь находится дорога, но последние, наверное, года, наверное, 3-4 мы этой дорогой не пользуемся. Почему не пользуемся? Потому что местные люди боятся ездить здесь. Наверное, года уже 3-4 постоянно образовываются провалы. Ну, вот один из провалов мы можем наблюдать по правую руку. Буквально в июне месяце, работаю агрономом, здесь стояли пчеловоды, ребята. К ребятам-пчеловодам приезжал, предупреждал, когда опрыскивание будет, обработка сельхозпосева, посева спокойно проезжал. Буквально 2 недели тому назад еду, образованная яма. И таких ям здесь, ну, через каждые 100-200 метров можно найти. А где чуть больше, а где чуть меньше. Рядом находится залесопасовое поле наше. Буквально 2-2,5 недели тому назад мы его запахивали. Провалился трактор. Т-150 по самому мосту с плугом провалился. Тоже, ну, с трудом выехали ребята. Страх, не терпелись, а выехали. Буквально проехали метров 200-300 и снова провалились тоже по самой мосты. У нас в 2017 году был в лесу пожар. Ну, ребята-пожарники как бы этой дорогой пользовались. В лес боялись заезжать, потому что сильно опасно было. А этой дорогой возили в сторону Топилина, в сторону Быстрянки, так, по прямую воду. Ну, сейчас, не дай бог, какая-то ЧП. Здесь не то, что проехать нельзя, тут пройти нельзя будет. Вот то же самое, трещина.
до самого фундамента. Отмостка вся поотошла. Где-то май, июнь, вот так. Ну, до этого как бы не было вот этих вот трещин. Угол, да, и с той стороны угол. Если будет сильно холодно, пойдем до деда с бабкой греться. Тут рядом родители живут. Мы купили 2 года назад это. То есть, как бы все было целое. То есть мы не стали бы покупать то, что разрушается. И вот буквально 2-3 месяца назад пошло просто все сыпаться. Началось все с сарая. За неделю она выросла. Очень хорошо. Дети у нас бегают. Тут страшно за детей, не дай боже. Дитё подбежит, все завалится. Кто потом будет отвечать за это все? Сарая мы лишились, как говорится, по полностью. Он отсутствует. Он вот-вот на днях развалится. Все буквально идет сюда. И та стенка к соседям пошла, и эта стенка. Вот он угольник. Чуть тоже было. За день, наверное, какая-то трещина выросла, вот уже. Подвал начал лопаться уже в июле. Потому что у меня, ну как, я детей снимала, они бегали. То есть там ни трещин, ничего не было. Сейчас там трещины с 2-3 пальца. Как бы просто так оно от старости не могло вот так вот просто все раз и начинать сыпаться. То есть подвал вот-вот завалится. То есть туда даже страшно спускаться. Эти разрушения пошли в течение недели. Дом, наверное, угол дома начал лопаться в течение 2 дней. Трещина маленькая появилась, сейчас все больше и больше образуется. Шла трещина. Этого не было. Это течение 2 дней, наверное, все пошло. Ну, рука отошло от дома. 50 метров пробовали бурить, воды нет. Ходили на вроде шахты, что, ой, ну у вас, наверное, там может быть подводные воды. Да какие подводные воды, если 50 метров, то сам бурят, и воды нет. И речка, она в самой там вот в низине, и она уже полувысохшая. Шахта говорит, что это мы не мы. Мы здесь не виноваты, оно вообще здесь ни при чем. То есть мы здесь, у нас тут мы не копаем, лава не проходит, то есть как бы, ну, типа того, что оно само. Я говорю, ну, может, я сама подкапываю? Шапошников Антон Александрович, он как бы задавал такие вопросы, вот, а в трещине паутина, вы уверены, что это в этом году было? Я говорю, ну, естественно, я говорю, ну, пауки же не за года паутины свои плетут, понятное дело. То есть он как бы утверждал, что здесь шахта ничего не делает, тут вообще как бы все нормально, как бы она ни при чем. То есть, я не знаю, может, защищал шахту, я не знаю, как это вообще у них происходит, о чем мы там договаривались. Ну, как бы, он ходил с таким видом, как будто мы сами это разрушаем, чтобы чего-то добиться. Потом приезжал какой-то представитель шахты, тоже, второй, да, посмотреть подвал под домом, который тоже у нас как бы лопаться начал. Ну, у меня дети любят поскакать, как перекрытие деревянное, то есть пол. Ну, ребенок начал скакать, я ему показываю трещину около балки. Он говорит, ну, наверное, это она. Ну, типа из-за ребенка. Я на него посмотрела, то ли пошутил, то ли, я не знаю, то ли они такие все шутники. То есть, причем есть ребенок и трещина в фундаменте. Это как вообще связано? У меня же ребенок не 300 килограмм весит, чтобы пол проломить. Они пришли, посмотрели, развернулись и уехали. Нам никто ничего не звонил, никто ничего не предлагал. Это вот они 2 раза были и все, уехали. Что там дальше будет, я даже не представляю. Кто там приедет, а нам сегодня такая трещина, там уже завтра бомж угол упадет. И кому что жалится, я даже не представляю. С этой шахтой у нас одна беда, да и все, в шахты не проедешь, дороги нету, все, хлам разрушено, воды нету тоже, балки все попересохли, ну, буквально идет разрушение.